Привет всем! Очередной день 100-дневочки, очередной день последней нашей недели базового блока. Я надеюсь, у вас все идет как задумано, потому что у меня сегодня все пошло не как задумано, и иногда такое случается. Ты планируешь какие-то вещи, распределяешься по времени, думаешь, все пройдет отлично, а потом бац, и что-то происходит, и все твои планы немножечко куда-то уезжают. И приходится подстраиваться под сложившуюся ситуацию. Ну, как говорил Брюс Ли, будьте как вода. И это очень важный момент, да, нужно учиться. Не нужно быть костными, если вы вот составили план, то во что бы ни стало придерживаться этого плана, да, не нужно. Нужно быть гибче, нужно адаптироваться под сложившиеся обстоятельства, сложившиеся ситуации. Сейчас я нахожусь рядом с Химками, вот на такой милой площадочке. Блин, я думал, кстати, меня даже хуже будет видно, а здесь прям отлично. Опять же, здесь есть все необходимое для тренировки. Рукоход, брусья, упоры для отжиманий, турники. Рукоход, кстати, не слабо такой погнутый, потому что детишки любят на нем прыгать активно ногами. Ой, кстати, наша наклеечка, смотрите, еще жива. Вот. В тему про гибкость. Важно быть гибким, поэтому у меня сегодня день растяжки. К счастью, как удачно совпал, да? И сегодня я тоже буду становиться более гибким, естественно, не на улице, а когда доберусь до дома. Вот. Ну и вам желаю того же самого. То есть не бойтесь изменений. Очень многие люди, они боятся изменений, и поэтому стремятся сохранить статус-кво и ничего не делать. Но это неправильно, на мой взгляд. Изменения — это хорошо. Есть даже такая крутая книга, «Книга перемен» называется. Китайский классический трактат. Я не знаю, я пытался его прочитать. Ну как, я пытался его понять, когда я его читал. Я очень вообще ничего не понял. Конечно, я его читал в переводе на русском, потому что я не знаю китайский. Но я все равно не понимаю. То есть, если вот Дао Дэ Цзин, путь Дао, понятно. Прям очень-очень хорошо, очень-очень мое. То... Книга перемен — это что-то совсем не мое. Вот такие вот дела. На сегодня очень небольшая запись, но очень красивая, смотрите. Правда здесь здорово тренироваться. Когда здесь нет кучи детей из ближайших садов и школ, которые бегают, орут и страдают фигней. Да, действительно, здесь очень красиво тренироваться прям. В последнее время что-то пошли такие милые, красивые площадки, да? На которых я не тренируюсь. Но в любом случае... Продолжаем. День растяжки — это значит, что мы изучили сегодняшний инфопост, восприняли новую информацию. Ну, я потянулся, вы, может быть, делаете круги, неважно. Все равно этот день считается за пройденный день. Так что мы чуть-чуть стали ближе к концу базового блока. Увидимся завтра на новой площадке. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.